марте 2017 года компания «Ампир» объявила акцию «Окно, дверь, машина». Розыгрыш ценных призов и автомобиля в качестве главного приза. Условия были простые. Соверши покупку на сумму от 10 тысяч рублей, получи промокод и зарегистрируй его на сайте. За прошедший год уже было определено 4 победителя. Обладателем первого приза смартфона стал Сана Валерий Медирович из села Байдак. Второй приз – жидкокристаллический телевизор – забрала Бичиол Шанчала Викторовна из города Кызыла. Третьим победителем стал Чикден Рустам Александрович из села Чехоль Республики Тыва, и его призом стал также смартфон. Четвертый приз – жидкокристаллический телевизор – также нашел своего обладателя – Кудрявцев Денис Александрович из города Кызыла. Кто стал главным победителем, мы узнаем прямо сейчас. Мунгия Яска Галолович? Да. Здравствуйте, меня зовут Ника, я звоню от компании «Ампир». В июле этого года вы совершили покупку, покупали окна и стали участником акции «Окно, дверь, машина». Я хочу поздравить вас, потому что 16 числа этого месяца у нас состоялся розыгрыш. Вы стали победителем, поздравляю вас, вы выиграли автомобиль. Да. Да, поздравляю вас. Спасибо. Сегодня известно имя победителя, участвовавшего в акции «Окно, дверь, машина» от компании «Ампир». Счастливчиком и обладателем новенького авто стал Аяс Ванге. Мы вас поздравляем. Ну, так-то и не ожидал. И даже забыл. И вчера вот вечером позвонили, когда я триколор регулировал. И не поверил там. Сегодня тоже приехал, тоже не поверил. Акция, которая длилась почти год, подошла к концу. Все призы, в том числе автомобиль, теперь обрели своих владельцев. Поздравляем всех победителей акции от компании «Ампир» и желаем в новом году больших успехов и новых побед. Компания «Ампир» поможет сделать ваш дом надежным, теплым и уютным. Здесь вы можете найти большой выбор товаров и услуг. Входные и межкомнатные двери, пластиковые окна, остекление балконов и лоджий, лестницы по индивидуальному заказу, а также большой выбор различной фурнитуры. Компания «Ампир» по адресу улица Аюна Курседи, 151.